Девочки, оцените, смотрите, что я купила котикам. Ой, первый пошел Лео. Смотрите. Смотрите, что я купила котикам. А это Микки. Игрушка это Микки. Вот это. Вот эту игрушку Микки купила. Ёжика купила. Тран-та-тан. Микки! Беляш, беляки! Это тебе, мамина! Это тебе! Чё, ёзыка, мамина, ёзыка! Сейчас тебе дам, сейчас! Беляш, иди оцени, сладкий мой! А он пакетиком играет в футбол. Смотрите, собака моя! Бинамуль! Бин! Иди, а ну оцени. Оцени вот это. Оцени. Ну ты, мама, воротара. Фу на тебя. Ты Лиза мамина. А ну. Марк, иди сюда, мой сладкий Марк. Я знаю, что вы мне скажете. Алина, почему другого цвета не купила? Ну, короче, розовый был... большой, но тоненький. Фирюзовый цвет был маленький. Только серый цвет был вот такой. Потому что мой Беляш ночью спит вот там в маленьком. А это для него маленький. Лео спит у нас. Беляш тоже, но он иногда приходит и сам вот здесь спит. Иногда с нами спит, потому что я ночью очень плохо сплю, и он... Когда я начинаю ногами этот, и он меня оставляет, приходит сюда, и под утро, 5 утра, приходит ко мне. Сейчас я это дам игрушку. Скажи, что ты... Ну вот посмотри. Ну посмотри, ну что ты хочешь? Вот это ты нормально считаешь на столе? Ой, ты думаешь, это нормально вот так на столе, да? Я вот только пришла. Вот смотри, смотри. Возьму мужа. Эй, ну! Не давай ему! Хамо, смотрите, что... смотрите, что он делает с мужем. Смотрите, это здесь просит. Это здесь. Ты много дал ему? Эпан! Ну и что? А Лео ничего не дал. Эпан! А Лео? Ну, нормально. А, ну, тинемас, собака ты.